«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Кататься. Шупиру. Кататься по улицам. Урамнарда шупиру. Кататься по улицам. Урамнарда шупиру. В Уфе сноубордист катался по улицам, зацепившись за автомобиль. Уфада сноубордчы машинага ябышып урамнарда шуп йөргән. В Уфе сноубордист катался по улицам, зацепившись за автомобиль. Уфада сноубордчы машинага ябышып урамнарда шуп йөргән. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».